Большое переселение лебедей в Сормовском парке. Из озера их отправляют на зимние квартиры. За этой операцией наблюдал Александр Алешин. В конце апреля лебеди с большим удовольствием сами идут на пруд. А вот сделать так, чтобы они покинули озеро Сормовского парка, это нужно постараться. Разработана целая операция, которая начинается рано-рано утром. Ну так это, не прийти на них, не прийти. Вы стойте, кружите здесь, пусть маленько туда уходят. Не хотят. Почему? Рано, наверное. Привыкли к озеру-то. Кто хочет помещений от свежего воздуха? Один сейчас вот перелезет через забор, вот так, ну, чтобы вот так натяжка была. Они как вольните сетку прорубить сразу. Вон она уже ушла. Видите, сторонку, сторонку немножко. Отойдите в сторонку. Ребята, ну где, сюда идите, вы что туда встали? Ближе к берегу поджимаем калиточки в выходной, чтобы один из них подплыл, когда он выйдет, они за ним должны все вместе выйти на улицу. И уйти в свой домик, в теплый. Чуть-чуть ее подверни. Так. Все. Тихо, держи. Сейчас один выйдет, и будет все нормально. Тихо. Все, тихонечко. Чуть-чуть здесь подверни. Тихо, не торопись. Пугающих уже. Я боюсь, что там ко мне ушли. Сейчас пойдут, потихоньку пойдут. По одному теперь никак не выходит. Дай тихонько. Первый раз встретила. Интересно, удивительно. Красавец просто. Теперь бери одного. Не дергайся сильно. За шею. Опа, лисицы начали петь. Федя, успокойся, петь. Уйди, Федя. Они весной с желанием идут. Не успеешь только калитку открыть, они уже растут здесь вот все. И гонять не надо. Ну а сейчас надо показывать, принуждать немножко. Они устали очень, калитки как-то трясутся у них. Тяжело идти-то им. Поджирели за лет. А там никого нет. Пусть. Лёха лежит, он все, устал. Вот эта утка вообще всегда впереди всех. И сама вышла. Она главная, да. Прошло все идеально. Идут на место домой. Будем ждать приплода следующего года.